Осторожно! Простите? Бюро защиты от сверхъестественных сил. Существуют вещи, которые много себе ночью позволяют. А мы мешаем им вытворять подобное. Невероятно. Здесь второй член этой компании. Абрахам Сапиен. Лиз Шерман. Красивое имя. Не боись, бойскаут. Девушка не промах. В тяжелый час мы, психи, должны быть вместе. Что за дела? Разберусь. Когда отсутствует свет, тогда царствует тьма. 60 лет назад они попытались уничтожить мир. И вернулись. За этой дверью темная сущность, злая, древняя. Ну ладно, пойду знакомиться с ней.